Всем привет, меня зовут Дмитрий Кубраков, я из города Ставрополь. Мне 27 лет, половину жизни я занимаюсь какой-то творческой деятельностью, и в частности граффити и стрит-арт. Родился в городе Михайловск, это 5 километров от Ставрополя, там буквально 10 минут езды. Там же я учился в 4-й школе и ходил в различные секции, кружки, которые были рядом. Вообще изначально я очень любил лепить из пластилина. И меня бабушка хотела отдать именно налепку. Она искала, но у нас в городе нигде такого не было. Была одна художка, небольшая детская. Там основной упор идет на рисование и по четвергам лепка. И мы пришли с расчетом то, что я буду лепить. После пары дней рисования я такой, да, рисовать тоже круто, тоже буду. Но потом в моем мире появилось граффити. И я все обратные стороны картин изрисовывал граффитухами, какими-то тегами, рисунками, кэроками. Именно с уличными культурами я познакомился где-то в средней школе. Мы, как обычно, гуляли на улице, и пришел мой друг Антоха. Мы с ним постоянно страдали всякой дичью. И он говорит, сейчас тебе покажу крутую штуку. И он мне показывает манкос. Потом он говорил, что у него друзья, одноклассники занимаются. И позвал меня на треньку общую в центр. И мы туда пришли. Там были его одноклассники, которые занимались этим уже, наверное, месяц. Они делали какие-то прикольные штуки, я думаю, о, ну классно. Как минимум, там новые какие-то люди, знакомства, друзья появятся. Постепенно появлялось все больше желающих, все больше моих каких-то друзей. И среди них были как раз Алексей, мой друг, который параллельно еще рисовал. В какой-то момент, общаясь на тренировочке, он говорит, я недавно граффити попробовал. А я в тот момент вообще не знал, что такое граффити, кто там рисует, кто этим занимается. Он нарисовал одну работу на стене дома, и я пошел с ним посмотреть, что получилось, потому что он очень восторженно отзывался об этом и хотел, чтобы я посмотрел. И тут я прям челюсть уронил на пол, и вот тут меня прям зацепило то, что хочу так же сделать. Некоторое время мы уже тренировались паркурчиком и узнали то, что в Ставрополе тоже есть трейсеры, которые давно тренируются. Мы захотели тоже поехать на общую тренировку. Мы узнали то, что в воскресенье на Крепостной горе проходят общие тренировочки. И поехали туда. Впервые увидели Валентина Работенко, который теперь для нас Валёчек. И еще там были много ребят. Рассказывали какие-то крутые истории про философию паркура. Именно для культуры уличной важные вещи. И это тоже определенную важную роль сыграло. И потом в какой-то момент я такой, типа, я рисую граффити, что-то могу рисовать, там, может, что-то будет важное где-то. Это шло поначалу параллельно, и граффити, и паркур. Потом появлялись какие-то травмы, там, голеностоп, допустим, вывернул, потом пошел на тренинг, опять его вывернул, потом опять его вывернул. И иногда там долго восстанавливаешься, а скетчишь ты все время. Паркур остался для души, то есть я уже не видел для себя цели стать суператлетом, как это было раньше. В граффити и в паркуре были много моментов, когда хотелось все бросить. Поначалу денег на краску вообще никогда не хватало. То есть на краску я собирал из отложенных денег с обедов. Я не хавал в универе, я копил на красочку. Наверное, финансовый часто у всех вставал вопрос. Я малым до сих пор рассказываю историю, как у меня не было денег на краску, но мне дико хотелось рисовать, и я нашел где-то там бабушкину старую забытую краску, разбавил ее с какой-то там бодягой из другой банки. Думаю, ну вроде черная, вроде нормально. Нашел какие-то остатки фасадки, я пошел на заброшку рисовать. Я знал, что у меня есть из баллонов только чуть-чуть оранжевого прям на дне и совсем чуть-чуть черного, который точно не хватит на контур. И я с собой взял какой-то крем для обуви черный, какие-то там кисти гуа. Я, в общем, рисунок этот делал раза в три дольше, чем если бы я просто баллонами делал. Я думаю, какой я вообще чокнутый, наверное. Переломный момент был армия, и будучи там, я подумал то, что не хочу на какой-то обычной работе быть, я хотел что-то, что будет мне приносить удовольствие. Скилл рисования я поддерживал, и на турничках я там тоже периодически тренил, что-то там крутил какие-то сальтушки, но пришел из армии, я с четким пониманием то, что хочу что-то вот с этим связать. И пошел на завод. Я не мог зарабатывать фрилансом, я пошел на лакокрасочный завод. Это плюс-минус близко к теме граффити было. Через некоторое время Валентин Работенко предложил мне пойти в молодежный центр «Пионер», чтобы заниматься именно своей деятельностью. Я когда рисую, мне сразу забываются все какие-то заботы, какие-то там задачи на день, какие-то дедлайны. Я рисую, я в процессе. У меня есть вот это чувство, то, что я
делаю то, что нужно. Потом я уже в граффити видел какие-то важные, значимые моменты. Например, ты рисуешь какой-то заказ, какую-то стену, которая для тебя не кажется классной, красивой, а потом тебе там жильцы местные говорят, что вау, у нас тут все вдохновились, и потом вот возле твоего граффити уже и убрали все, и там лавочку поставили, и какие-то кустики посадили, и то есть место ожило за счет рисунка. Вот сейчас практически вся моя деятельность сосредоточена на творчестве. То есть я веду занятия по граффити, я делаю какие-то заказики, делаю какие-то свои проекты и, в принципе, все, что мне нужно для счастья. Если хотите чем-то заниматься вот прям всю жизнь, тогда надо, типа, до конца быть уверенным в этом. Потому что если это делать ради просто понта, ради того, что друг круто рисует, я тоже буду рисовать, или там это модно, тоже этим займусь, ни к чему там особо не приведет. Хотя похуй. Делайте, что хотите. Oh, my God.